Так, вот этот глазик какой-то, что он тут делает? Эй ты! А? Иди сюда! Полицейский, меня забирает вампир! Я его заберу! Полицейский, не беспокойтесь, с ним все будет нормально! Друзья, поставьте лайк, он меня в заточение хочет забрать, ты что, сдурел? Куда ты меня несешь? Я тебя несу в свою комнату, я вампир, буду пить из тебя кровь! Друзья, влепите лайк, а то этот полицейский меня не спасет. Он только что выходил из дома и не заметил, как забрал этот вампир. Ну-ка, постой тут пока что. Друзья, быстрее, пока этот вампир ушел. Полицейский, спасай. Эй, что? Что за вампир? Как, о ком ты говоришь? Так, полицейский, как ты проходишь через сквозь стенки? Я не знаю, я не видел никого вампира. Он сзади тебя, дуралей. В смысле? Да вот он. Ха-ха-ха, он меня не видит, только ты меня видишь, маленький дурачок. Они за мной бегут. Теперь толпучка зомби появились тут. Мы пришли все в гости к нашему другу. Это зомби-друг. Зомби-друг что? Ваш экран повернулся, чего? У нас даже очередь к этому другу нашему. Зомби-друг. Зомби-друг, может, вампир-друг? Нет, он зомби. Мы тоже все зомби. Видишь, у нас лицо белое. Видишь, какая у нас очередь? Эй, в смысле? Кто тут без очереди прошел? А ну-ка, иди сюда. Ёшкин кот, я не собирался домой идти к этому зомби-другу вашему. Я там сижу. Ну-ка. Я без очереди пройду. Один прошел. Вон, этот чувак прошел один. Почему вы его не ловите? Потому что он наш друг. Он на нас похож, а ты не похож. Это что за дискриминация? Полицейский, спасай. Эй, ну-ка стоять, стоям бы всем. Стоям бы, сказал. Извините, товарищ полицейский. Сейчас всех закрою и не буду вас кормить кровью. Ах, вы сдурели совсем, эти дурацкие вампиры. Нам все равно, мы будем... против воли этого полицейского забирать этого мальчика, Адорчика. В смысле? Друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк, а то они каждый раз меня будут ловить. Эй, в смысле? Чё, не работаю на них? В смысле? Почему не работает? Стоп. Я не знаю, полицейские. Они все обезбашенные, смотрите. Все стали в очередь. Кто там уже следующий будет? Давай быстрее. Сколько можно ждать? Это, знаете, как будто ты в поликлинику пошел и ждешь очереди живой. Ну да. У нас поликлиника, это наш друг. Зомби-друг, вампир. Ах ты! Этот чувак хочет пройти без очереди? Да, он хочет без очереди. Ё-моё, они теперь за мной бегают за то, что я без очереди прошел. Ладно, я пройду без очереди, ничего страшного. А что за ребятишки тут ходят? Смотрите, тут зомбаки все равно ходят. Откуда они вообще? Так. Да зайди ты в дом. Не могу зайти в дом. Хопа. Ха-ха, пролез. Вот же да. Так, мы тут. Ловите его. Ё-моё, куда они собрались? Куда они нагрянули? Ко мне приведут? Вы что, сдурели? Ну-ка, подождите, сделаем если так вот так. Хоп. Мы находимся сейчас вот так вот. Подождите, куда вы зашли? Это мой потайной проход. Не заходите туда. Вообще, это вам противопоказано. Yes! Слоем его все равно зайдем. Куда он делся? Ё-моё, смотрите. Они сюда не могут пройти, потому что это секретное место, от которых они убегают. Реально какое-то секретное место. Нам это не нравится. Зомбари, вы что, сдурели? Чему питаетесь? Мы питаемся свежей кровью. Таких молодых ребятишек, как ты. Да ладно, вы издеваетесь. Отвяньте от меня. Я хочу, чтобы они столкнули меня за пределы карты. Ну-ка, не могут? Ну вы дуралеи. Шаулин, а ну-ка давай мне вещи, ё-моё. А то, блин, с этими вампирами тяжело противостоять им. Так, у нас есть уже есть вещи все. Смотрите, у нас есть автоматик, точнее пушка, которая нам пригодится. И мы должны еще понабирать тут куча себе предметов, чтобы мы смогли противостоять этим злым вампирам. Всё, вампиры не любят холод, да? Наоборот, мы не любим жар. Ой, блин, тогда эта пушка не будет никак действовать на них. Ну-ка, устраиваем пати. Ну что, ах ты, иди сюда. Держите. Пау! Минус два. Пау! Один. Четыре. Отлично, минус четыре. Заморозил четверых. Нужно быстренько зайти в дом. Давай быстрее. Нужно пройти игру с этими тысячами вампирами. Ё-моё, они просто замечают меня. И просто нападает на меня. Ну-ка, стопандра. Отлично. И вас тоже всех нужно заморозить, да? В смысле? Как? Не заморозь нас. Нам это ни к чему. В смысле ни к чему? Я не верю, что они не чухают мороз. Я не верю. Мы вообще-то вампиры. У нас мертвое тело. Чего?
Вы что, совсем? Смотрите, они сзади. У них бандами, то есть они двигаются бандами. Одна банда сзади дома, одна банда спереди дома. То есть они все двигаются бандами. И у них есть, наверное, какой-то Grove Street свой, да? Ну-ка. И... Давайте сюда наверх. Три! Е, заморозил одного! Даже двоих заморозил! Очуметь! Вот же да! Ну-ка. Ребята, давайте спускайтесь вниз, я стрелять буду! Пау! Е, заморозил! Пау! Еще заморозил! Вау, круто! Всех заморожен на лету! Пулик нет! Эй, ты что делаешь? Пау! Пау! Ах, ё-моё! Действительно, морожу их на лету! Эй, я чё, снизу как оказался? Чувак, я не знаю! Но я могу всех заморозить, потому что они дуралее! Ну-ка! Цау! Я заморозил одного! Смотрите, кучка! Бам! Бам! Вампиры вонючие! Эй, ты чё делаешь? Ну-ка, ловите его! Кинем его на шашлычок! Вы что, сдурели, что ли? Давайте меня перекиньте на ту часть карты, точнее на ту комнату. Давай. Ебой! Отлично, аж залагало как. Ну-ка, смотрим, какой код. Друзья, вы должны запомнить этот код, написать в комментарии. Какой же код, ну-ка. 5904. Пишите в комментарии, чтобы мы не забыли. Интересно, катана будет против них работать? Заберем ее на всякий случай. Ну-ка, катаной нельзя никак драться. Блиндерский. Эй, ловите его, где-то тут. Ну-ка, мы на кухне покушаем, пока вы едите. Ну-ка, отряд, все собрались. Ловим его. Летучие мыши, все вампиры. Ё-моё, куда они пошли все? Куда они нагрянули? Очуметь, они сдурели, что ли? Ну-ка, у меня есть пушка. У меня есть 5904. Это пароль. Ну-ка. А чё, если я сделаю так, смотрите. На, заморозил через стенку. 5, 9, 0. Так, и мы сейчас уберем вот это. Yes! Так, мы прошли. Я не знаю, что произошло. Они меня ловят, смотрите, все равно ловят. А что у меня, что происходит? Интересно, я попаду в подвал или все-таки дома окажусь? Конечно же, в подвале, и подвал сломан. Всегда ломается подвал, когда 1000 соседей приходят ко мне в гости. Ну, что за бред? За мной бежит тарава этих дурацких вампиров. Иди сюда. Ё-моё, полицейский, спасай меня. Стопендер всем. Ну-ка, коллективный разум, всем стоп, полицейский тут. Эй, они укусили меня за шею, помогите. Ё-моё, они просто... Они беспощадные. Ау, я даже улетаю. Вы видели, как я летаю? Ну-ка, полицейского тоже сожрите. Ё-моё, смотрите. Они там остановились ради полицейского, чтобы сожрать его. Держите. Так. Эй, ты чё меня оставил? Спасай меня тоже. Ловите этого маленького шкета. Ё-моё. Действительно, они все просто тут. Очуметь. Вы просто гляньте. Ну-ка, всем домой. У нас комендантский час. И еще нужно тихий час провести. Нам нужно спать, как летучие мыши. Да-да, домой заходим. Ну-ка, стопендер, куда собрались? Я вас буду морозить, слышите? Вы сдурели, что ли? Меня ловили, теперь домой хотите? Не выловите, понятно? Держи! О, одного поймал. Ну-ка. Прижимай его в угол. Ну-ка. Ой-ой-ой. За пределы карты? Не знаю даже, что будет. Но мне кажется, я выйду сейчас за пределы карты. А? Что вы делаете, психи? Ловите его. Ну-ка. Уау! Ёшкин кот! Ха! Что это было? Я не знаю, куда я попал. Ой-ой-ой. За пределы карты, действительно. Это просто жесть. Эй, ты чё? Вампир, не прости такое, мне нужна группа крови 4, у тебя какая группа? Напишите комментарии, друзья, какая у вас группа крови? У меня, например, группа крови, не знаю, вторая или четвертая, я уж точно не помню, может быть, вы помните. Так что, я вас выпью вашу кровишку, если не поставите лайк. Но, не надо так,
Мы тебе дадим по башке, слышь, вампир. Мы тебя не боимся. Короче, друзьяшки, на этом все. С вами был я, Игорь Кудор. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, жмите на колокольчик. Сегодня мы узнали, как и что будет, если призвать всех 1000 вампиров. И они реально настоящие кровожадные существа, которые пытаются пить кровь. Но я им этого не дал. Я им этого не дал, потому что мне это не надо. Барн. Барн. Руф. Отлично, мы на руфе, смотрите. Поэтому, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Там уже ходят вот все эти. Видите, они кучкой стоят. То есть, одна кучка, вторая кучка. На! Заморозила эту прям, эту банду, да, одну? Эй, в смысле одну банду? А нас что? Я-та-та-та-та! Yes. Все, на это все. Всем удачи. Всем добра. Всем спасибо. Всем хорошо. Делайте добро, не делайте зла. Будьте всегда на пасе. Ай! За мной еще бежит этот дуралей. Ё-моё, полицейский, ты что, издеваешься? Ну-ка, а что если будет, если я уберу вот этого? Бам! Убрал. Они не ловят все равно меня, что? Стопендера всем! Полицейского заморозил! Ну надо же! 1000 вампиров стоят, одного полицейского. Бам! Всех прям, смотрите! Фу! Коллективная заморозка! Вы где такое когда-нибудь видели, нет? Просто всех! Очуметь! Это же просто холодильник вампиров! Ё-моё! А ну-ка, у нас там полицейский, наверное, уже бежит за мной. Даже не знаю, что он... Ламп! Друзья, смотрите, я замораживаю их, но они меня по факту поймали. Не знаю, вот полицейский меня не ловит, что-то ничего не делает. Ну, странно. Игра сломана, полностью сломала игру, поэтому все. На этом все. С вами был я, Игорь Кудор. Всем удачи. Всем пока-пока.